Слышь, вот такой, кстати, хорошо фотосессии делать. Мелких вещей, как вроде доска, и в то же время не доска. Синтезатор хотел сказать. А стой, смотри, какой. Как будто это, там можно на нем сидеть и подпрыгивать. Слышишь? Да. Ну, пошли дальше. Давай туда зайдем. Давай. Ты с ручкой смотришь что-то. Что-то и ручка, что-то это. Это, слушай, это вот с гвоздиками. Помнишь, у тебя стоит картинка? Я делала только с цветами искусственными. А сверху просто пленка и еще яйца. А телевизор он стоит. А почему он вот? А, это и наклейки. А под ними смотри, там какие-то эти иероглифы. Ну как раз, два, три, тройная. И там иероглифы. Какая смешная? А, смешанная. Смешанная. Смешная. Смешная. Самарская архитектура в одном месте, да? Надежда, это женщина. Я стою, чтобы разговаривать. Это я ушел. Так нельзя. Да я на два шага не пошел. А он там смотрит, что прикольно. Творческая встреча начинается. Вы можете пройти. Художник Алексей Колесов. Ну, давай. Давай. Сейчас я посмотрю. Ну, тут смотри, Жень. Жень, быстрей. А тут что? А тут что, Жень? Это у нас композиция. С какого? Коллаж на упаковке есть.
муровского материала. Муровского, что ли? Все? Чернослив, представляется? Необычность. Не необычность, так необычно. А дерево само с какими-нибудь... Тоже что-нибудь налеплено, наверное. Слушай, так они здоровенные. А ты так сфоткала, ощущение было, как будто они такие маленькие. Они большие, 5 сантиметров, наверное. Насушили багет. А, уже кто-то отодрал его. Отодрал кто-то. И там кто-то отодрал. Работу. И сахар. Здоровенные куски такие. Макаки. Клаус. Клаус Макакис. Сколько было часов разобрано? Это, кстати, красиво. А весь морской что-то? Мандала, Фибоначчи. О, название мудрёной картины. Не, вот это, кстати, на морской пейзаж похоже. Небесная твердь. Небесная твердь. Ну, на море чуть-чуть похоже, вон та такая. Это так надо намудриться нарисовать. Место очень. Там везде написано собирание. А, это вот как надо читать. Собирание. Речение. Вкус собирания. Да? Вкус собирания. Преодоление. Да? Преодоление. Палатка уже там такая. Вкус собирания, преодоление. Миссия в путь собирания тени. Собирание, продление, тра-та-та. Thank you.
такой пейзаж. И что-то так это, как будто ребенок дорисовал. Да, что-то тут такое надо, как положено, сделать. Не хватает чего-то, да, Жень? Что-то не хватает, надо это. Там что-то вообще непонятное. Сели в дворе. Терапия дельфинов. Там еще можно что-то увидеть. А ты знаешь, что такое, Жень? Что? Рисунок психиатра. Ага. Приходишь ты. Вот тут смотрю, написано терапия дельфинов, Жень. Терапия дельфинов, вон написано. Вот найди тут дельфина. Я не вижу, например. Ты видишь дельфина там? Рыбку вижу вон. А, и там тоже. Вот. Здесь что? Карусель во дворе. Ну да, слова-то. Рыбка, солнце. Ну так как раз картины такие должны, чтобы на них стояли, долго смотрели. Это вот и есть такой. Тут какие-то, как сохранить записи, всякие билетики, смотри здесь, еще что-то. Вот мне какой надо был стол-то домой, чтобы вот сел и развалил, и разложил. Телевизорик маленький. Здесь что за книги? Жень? Просто для красоты. Для красоты? Наверное, сел сюда? А может, что для продажи? Мне что-то не так удобно стало. Ну нет, наверное, для продажи-то. Было бы тогда написано что-нибудь. Да, камеры вам даже. Не, ну может человек сюда приходит, читает. Может быть, взял здесь, почитал, посидел. Цена, смотри, что написано по-другому, 3 рубля. Какой это год? 1911? Обалдеть. Альбом. Еще с твердым знаком, кстати. Украинский? Нет. Да, украинский. Это раньше как дома строились. 1900-м как раз. Такие дома были. Она хорошо сохранилась, да? Картины снимись. Ну, картины.
Символ только тогда истинный символ, когда он изрекает на своем сокровенном, иеротическом, то есть священном, и магическом языке намек и внушение. Нечто не из глаголи, неадекватное внешнему слову. Он, для нашего потребления, пытается расчистить. Какая природа, да. Сегодня я тут сплю, не пойму. Тише.